Уже почти месяц в Чувашии работает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Сумма за сбор, перевозку и утилизацию мусора теперь рассчитывается, исходя не из количества квадратных метров в квартире, а с каждого прописанного человека и составляет 74 рубля 44 копейки. Эту и другие темы обсуждали сегодня на совещании в администрации столицы. В ноябре горожане получат очередные квитанции. В ней появится новая строка по обращению с отходами. Раньше она входила в другой вид услуг. Управляющие компании должны быть готовы к тому, чтобы еще раз объяснить жителям, из чего сложилась такая сумма. Кроме того, собственники жилья теперь самостоятельно будут вывозить строительный мусор, образовавшийся в ходе ремонта квартиры. За строительный мусор несет бремя оплаты собственник, образователь этого строительного мусора. Сломал перегородки в своей квартире. Будь любезен, заплати за этот строительный бой на свалке, заплати перевозчику на полигоне, имею в виду. На совещании еще раз вернулись к сроку сдачи в эксплуатацию дома номер 9 по улице Петрова. Мы сказали жителям, будущим жителям этого дома, что в ноябре вручим им ключи. Оказали вам помощь сейчас в реализации этого проекта. Поэтому по необходимости мне сообщайте, если будут какие-то текущие проблемы. Мы нашими муниципальными службами будем оказывать содействие. Но вы обязаны в ноябре дом сдать. Готовится в столице и к празднованию Дня народного единства. 2 ноября пройдет большой этнографический диктант. Он покажет уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих на территории России. Будут работать 13 региональных площадок, 10 в Чебоксарах. Кроме этого, запланированы митинги, концерты и другие праздничные мероприятия. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.